В Ульяновске готовится к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министры и общественники обсудили на заседании оргкомитета векторы и современные тенденции. В первую очередь необходимо заняться просветительской деятельностью. Так считает Алексей Русских. Необходимо провести уроки в школах и высших учебных заведениях и объяснить, что за спецоперация проводится, для чего она проводится. Все это делается во имя защиты народа России, Донбасса. Вот по-другому просто у нас уже другого выхода нет, потому что, ну, очевидно, то ли не понимают, то ли на самом деле заигрываются. Вот этого мы с вами не можем допустить. Смотреть в будущее, но не забывать о прошлом. Останки воинов Великой Отечественной, когда-то пропавших без вести, до сих пор ищут неравнодушные люди. Поисковики российского движения отчитались о работе за 2021 год. Проведено 13 экспедиций по маршруту боевого пути наших стрелковых дивизий, которые были сформированы на территории Ульяновской области. За прошлый год было поднято 223 останков красноармейцев, командиров Красной армии. Несколько имен было установлено нашими поисковиками по смертным медальонам, которые мы нашли. Данные останки были переданы в регионы, где проживали в военное время, до военное время данные красноармейцы. И на родину в Ульяновской области были переданы и привезены. И здесь со всеми воинскими духовными почестями упокоены останки восьмерых наших земляков. Детям войны и ветеранам помогает соцзащита. На заседании оргкомитета предоставили актуальные данные. Сейчас у нас на надомном обслуживании находится 2539 граждан, имеющих статус «Дети войны», и 397 ветеранов. Из них 16 – это участники инвалиды войны. В том числе в рамках системы долговременного ухода, которая у нас действует с прошлого года, получает услуги 230 человек. На стационарном обслуживании находится 389 граждан, имеющих статус «Дети войны», и 36 ветеранов. Губернатор поручил всем присутствующим организацию Парада Победы и массового шествия «Бессмертный полк». Они пройдут в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.